Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР, вторая часть. Ваши финальные баллы 20, отлично, превосходно. Открываем с тобой ящик. 10 тысяч монет, зимние шины, колесный ускоритель. Так, новое задание, бесплатный. Ну что, начнем с открытия тогда. Пооткрываем их все. Здесь нам выпадает 1125 монет. Опять же, зимние шины и колесный. Давай, следующий. Открываем. Так, тут у нас, опять же, 1250 монет и зимние шины. Почему все зимние шины-то выпадает нам, а? Я что, куда-то на зимовку собрался или что? Здесь у нас, опять же, 1125 монет. Ага, стартовый. Кстати, вот стартовый можно было бы, в принципе, и прокачать. Он нам дает буст. Так, молодец, кто, что, ну ты даешь, а когда кубок на луне начнется... Кубок на луне. Друзья мои, я хотел сказать, обратиться к моим доверенным лицам, которые я сделал админами. Не надо убирать без причины ребят, тем более, которые играют и у которых довольно много наезжено. Потому что ко мне в комментарии постоянно идут жалобы, что удалили ни за что, ни про что. Так что, ребят, давайте заканчивайте, или придется вас просто понижать по рангу. Так, ну что... Давай маленечко погоняем. Так, здесь я ничего не хочу брать. Гонка это не то. Мы пойдем с тобой на кубки. Так, новые задания у нас тут. Маневр, так, на мотоцикле. Сделай три поворота и маневр на хилл-климбе. Понятно. Я хочу сегодня добраться вот до этого, ребята. До 30 деталей. Так, кстати, касанием надо сделать. Попробуем. Денег маловато, я даже ничего не могу прокачать. Даже ничего не могу прокачать. Вот здесь можно. Сказали, вот это вот, да? Мотик типа крутой, но на нем надо уметь гонять. В общем, все говорят, что классные тачки все. И вот этот у нас лихач, и ККМ, и суперкар. Ну, я не знаю, я, наверное, все-таки продолжу прокачивать раллийное авто, а там уже дальше будет видно. Так, забрать за второй день 5000 монет. Ну что, поехали. Только не на этой, конечно же, а на нашем супердизеле. Кстати, супердизель можно прокачать. Я имею в виду до фулки. Воу. Так, стоп. А кто там, трактор что ли? Серьезно? На тракторе, чувак? Воу. Трындец. Это просто повторение, мать его, учения. Ты понимаешь? Постоянно то же самое происходит. Уже сколько раз я на этой трассе обжигался. Ну серьезно, ребята, уже неоднократно. Неоднократно я врезался в этот дом. Слушай, это не трактор, это какой-то другой. Я не знаю, что это за машина с ковшом. Ну, похоже на трактор, но вряд ли. Ты смотри, смотри, как меня догоняет. Ух! Ну я-то все равно первый. Но, понимаешь, первый не первый, а мы с тобой... Первые поездочки-то навернулись. Поэтому как бы нужно... Оу! Ну вот. Смотри, как у него летает тачка-то, посмотри. Это что такое у нас? Дай хоть кого-нибудь обогнать-то, ёпрста. Я не хочу приехать последним. Смотри, как... Да ладно, ми... Приехал последним. Он прям как будто чувствовал, что я сзади. Ну ладно, ребят, по крайней мере на третьем месте. Не на последнем. Так, тут... Опа, давай-ка откроем. Так, ну что, у нас тут 3000 монет. Понятно, короче. Слушай, ну зато освободилось место. Что-то мне подсказывает, что мой супердизелек тут уже просто не вытягивает. Друзья мои. Ну, не вытягивает, я имею в виду в плане по параметрам. Это как... Вон, смотри, видишь? Хотя, еще раз повторяю, ребят, если прокачать, тут как мне говорил кто-то в комментариях, то все машины хороши, особенно если их прокачать. И, в принципе, я ему поверю, что так оно и есть. Вот это, наверное... Тут еще и гизера, блин. Оу, тут можно еще и провалиться, оказывается. Куда меня черти занесли, скажи мне на милость, а? Каким я еду, непонятно.
первым. Я приплыл, приехал, точнее, первым. Ладно. Так, это у нас последняя, да, гонка получается здесь. Вроде бы и старт неплохой, все. Блин, вот из-за того, что... Давай. Ну, ломайте, Кость, я хочу проехать. Есть. Сломали. Так, тут главное не врезаться. Опа. Тихо. Так, а сзади что там у нас? На каком-то... На фуре, что ли, едут? Я ничего не вижу. Куда летим? Мы с Питочком. Большой-большой секрет. И я первый. Есть. Буквально там 300-е, да? Мили там доли секунды, и все, ребята. И мы бы сфейлились. А так у нас получилось отлично. Я могу, наверное, этот сундук открыть. Нет. Ну что, продвигаемся дальше. На то она и легенда, чтобы быть сложным. Что-то вроде газанул, потом притормозил. Зачем так надо было делать? Смотри, как мы с тобой на заднем колесе. Как эти прям акробаты. Ну и трассочка, да? А, все? Такая короткая, но тут, наверное, несколько, да? Да, несколько гонок будет. Смотри, я на заднем колесе что вытворяю. Такого акробата надо еще поискать. И залетаем на победу. Так, друзья мои, это еще не все. Последняя гонка. Блин, это у нас тоннели. Или пещеры, я не знаю даже. Тут я так специально сделал. Да. Опа! Давай, родной, жми, там раллиное авто нас обгоняет. Юху! Чувак там влетает. Скорость вот первое место. Друзья мои, 9 очков. Хорошо продвинулись. Открываем. Ну-ка. Так, 2750. Защитный, стартовый. Продолжаем нашу эпопею. Блин, ну с деньгами, ребят, проблемы просто огромные. Хочется прокачать тачку, а никак. Почему? Потому что денег нет. Давай. Тут у нас прямая практически, ребят, трасса. Мы должны тут их всех накрыть. Почему у меня этот остался, а? Скажи мне, о. Ускоритель только сейчас сработал. Но главное, что он не отлетел. Обычно он вот это вот отлетает у нас. Так, сколько нам еще? Две гонки тут надо сделать. Так, вот теперь у меня отлетела эта турбина. Я не знаю, почему иногда она отлетает, а иногда не отлетает. Как это работает, без понятия. Я постоянно на заднем колесе еду. Ты не заметил? Смотри. Задирает ужасно просто. Но победа. Тыбич. Каска отлетела к чертовой бабушке. Продолжаем. Зато, когда он едет на заднем колесе и когда-нибудь вот приземляется, он... Нет, тут главное не переборщить, а то можно и перевернуться. Он обратно встает как бы на два колеса. В игре не перевернется или нет? Хамед сзади. Еще там кто-то. Все, первый. Прекрасно. Чувак влетает. Ну, как ты видишь, первое место мы с тобой зарабатываем. Можно открыть касанием? Можно. Давай сюда денежку, 3000. Так, а вот этот, интересно, почему этот-то я не могу? Он, по-моему, такой же был. Тен-тен-тен-тен. Это что у нас такое? Это что? Это что за трасса? Я здесь ни разу не был, ребят. Оу! Нет, давай так. Да что там... Твою налево, точно, ребят, тут можно врезаться, оказывается, от потолок, и все. Что за дурдом здесь творится? Посмотри.
Так, этот чувачок Джуан какой-то там, да? Эй-эй-эй-эй, ну! Все. Приплыли, ребят. Еще и разбились в дребезги. Да как, что за трасса? Ну, для меня это новинка, ребят. Я к такой как бы не привык еще. Да-да-да-да-да-да, врезаться можно, врезаться, я понял. Это я понял. Как он тут на тракторе-то еще, извини меня. Оу. Перелетаем, да, получается? Ну, здесь перелетели, ладно. Да какого фикуса-то? Ага. Здесь, ладно. Сиол. Да, я пришел вторым. Сиол. Ну, какой-то странная, ребята, трасса. Вот серьезно тебе говорю. Очень опасная. Очень опасно именно то, что здесь очень много прыжков. Вот, смотри. А что ты за мной-то повторяешь? Тоже сюда перепрыгнул. Ты посмотри на него, а? Да что ты? Тупорылая машина, блин, а? Ну вот. Вот тебе и итог. Давай. Е-е-е! Фух. Че со злости только не крикнешь, да, друзья мои? Но второе место я занял. Накопили мы с тобой здесь на наш сундук 5 тысяч монет, зимние шины, амортизаторы 29 тысяч, мистический кубок. Это что еще такое? О, блин, ну пошли трассы, а. Мистический кубок и тому подобное, да? Опять можно разбиться, навернуться. Ну вот так вот. Захотел сакуратничать, сакуратничал называется. Приехал третьим по итогу, да? Угу. Аккуратно. Ну, аккуратность, друзья мои, тоже не помешает. Все-таки надо дизелек, мне кажется, уже менять. Да куда ты еще? Перевернись, блин. Нифига там, что за луноход еще? Слишком прыгучая у меня машина. Залетает куда не нужный. И вот это вот просто убивает меня, что она вот встает на колеса задние. Ну какого фига ты встаешь на колеса? Полетела в небеса. Из-за этого мы потеряли с тобой секунду. И опять приходим третьими. Блин, бесит. Как меня бесит, что он встает на заднее колесо, а? Почему у них машины не встают? Едут нормально на колесах. Прикинь? Вообще перевернулись. Идиотизм. Просто идиотизм. Так а что мне тут ехать? У меня все равно уже последнее место. Гнать тут чего-то, выпендриваться. Не для этих трасс моя машина. Прикинь. Повис там. Оу, да. Отъезжаем назад. Так, опять мили шахтера. Да и нафиг возьму. Посмотрю. Так. Коробка передач. Пускай прокачивается. Поехали. Ну, мне кажется, здесь мне ничего не светит на этой машине, на ролейке. Почему? Потому что она не прокачана, не шиша. И опять же эту машину мне закидывать. Ну, что ты будешь делать, а? Давай уже съезжай вниз. Там все равно нам ничего не светит.
Нет, ролейку нужно еще прокачивать. По двигателю так это точно. А как он проехал, если... Фига, он там еще и умудряется финты крутить. Красавчик. Не долетим ведь, да? Долетели. У меня что, крылья стоят, что ли? Точно. У меня тут стоят крылышки. Каким я еду? Ну, вторым, наверное, это точно. Есть. Первым даже. Слушай, ну отлично. Можно открыть? Давай денег побольше мне. 2500, крылья колесные. Так, я возьму, пожалуй. О, забытое шоссе. Ну, здесь сам Бог велел брать нам с тобой наш дизелек. Забытое шоссе. Там не отстают, ребята, я смотрю. Так, тихо. Тоннели нормально. Оп. Оп. Опачки. Двигаемся дальше. Так, стоп, 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 стоп. Ну, 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 ну. Да ты серьезно, что ли? Да какого лешего-то? Ё-моё, ребят, ну это трындец. Это уже трындец. Все. Встрял. Теперь только ждать, когда горючее закончится. Я офигею, финишировали. Так хорошо, и на тебе. Дофинишировались. Назад, я специально давал назад. Думал, что он встанет на колесо заднее. Перевернется. Знал бы, ехал бы вперед тогда. Здоровски. Так, какой? Я еще и умудрился как-то второе место занять. Не знаю, каким образом, ребят, но умудрился. Видимо, остальные все там поубивались, что ли? Ой-ой-ой. Да. Тут остается только носом, ребят, клевать. Почему клевать? Ну, потому что можно врезаться элементарно. Опять же об этот... Да-да-да, потолок. Есть! Полетел там вниз, прям в воздухе с чуваком там сравнялись. Но все-таки я оказался на первом месте. Да отвалите вы. Воу-воу-воу, надо было перед поднять повыше, чтобы не разбиться. Ну, это ты всегда уже понимаешь после того, как врезался. Уже приходишь в себя и понимаешь, что какую ты хрень сделал. А тут по-другому нельзя. Вот почему из них никто, ребята, не врезается? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Идеально так проходит прямо, а? Вот это что спереди за гадость едет? Фух, сделал. Какое место? Первое. Первое место. Тут остался совсем чутка. Пещеры ледяного огня. Название, конечно, опупенное. Ледяного огня. И опять, как всегда, драйвер этот, он мне везде попадает, этот драйвер. Что тут у нас? Куда? Йоу! Полетели мы с тобой. Ладно, куда мы приземлимся? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, давай здесь. А надо было нам это делать, а? Ладно, фиксим, раз заехали уже. Да какой из... На заднем колесе бесишь ты меня уже. Еще и горючие профукали. Да ладно, продолжаем гонку. Продолжаем гонку. Успел урвать бензинчика. Чутка. Неужели? Слушай, первым я еще и приехал, прикинь?
Нормально. Неожиданно для меня, если честно. Опа. Берем? Берем. Так, магнит. И все? Все, что мы с тобой взяли, это магнит. Я ненавижу воду. Вот именно что, я ненавижу воду. Правильно подмечено. Так, что у нас тут говорится? Говорится, на разных машинах будем получать разные суммы. Так говорили, да? Например, вот здесь вот гонка. Надо поехать вот на этой штуке. Проверим. Ты серьезно? Ты серьезно? Оу, друзья мои. Это, конечно, это что-то с чем-то. Да. Скутер лучше всех, написали. Ну, конечно. Скутер лучше всех. Застава, небесная скала. Давай-ка, ну я возьму здесь этот наш супердизель. Ну-ка, проехать как можно дольше. Это я сам с собой туда? Ну да, похоже, я тут сам с собой соревнуюсь. Все финансы пролетели мимо. И горючее тоже. Нет, горючее... Так что не едешь-то? Угу. Пролетели. У нас там что по горючке? Да ладно, еще пока все нормально. Такс. Да твою! Ну и что? Магнит, амортизаторы. Не побили, да, мы с тобой тут рекорда, получается. Застойное болото. Давай, поехали. Застойное болото. Да-да-да-да-да, подлетаем. Ломаем все на своем пути. Сами от себя не можем оторваться. Проехать как можно дольше. А сколько здесь рекорд у меня вообще? Не показывается, да? Крокодилов давим. А нет, почему? Показывается вон, по-моему, рекорд. Мы сейчас его победить сможем. Точнее, даже не победить, а как сказать? Переплюнуть. Так, здесь запрыгнули. Это случайно нигде мы с тобой в домик врезались? Это не то, не та трасса? Что-то мне кажется, что сейчас вот где-то будет здесь домик, и мы врежемся. Может быть, я ошибаюсь. Так, автобус у нас сдулся здесь. Я бензин вообще не подбираю, прикинь. И это плохо, потому что сейчас заскулит. А я тебе о чем? И где тут ближе... Вон ближайшая канистра. Успеть бы ее подобрать. Есть, взяли. То есть в данный момент у нас с тобой есть рекорд, да? Мы уже как бы побили. Давай-давай. Бесника. Жалко, конечно, что здесь мы без умножения поехали. Так бы у нас тут побольше было бы финансов. Да что за трассы-то такие, а? Извилистые-то, посмотри. Крутые спуски, крутые подъемы, я манал. Смотри. Оп. Сразу приземляемся и начинается вот этот. Тут еще всякие бочки. Тихо ты. Смотри, смотри, смотри. Сразу мне напомнило первую часть, когда мы с тобой елочки ломали. Помнишь? Вот и я помню. Елочки ломали. Там не только елочки ломали, там и шею мы себе ломали. Точнее, не себе, а... Ты понял.
нашему водиле, драйверу. Это что там у нас за крутые такие? Оп. Понятно. Сколько мы уже проехали? Прикинь. Чудом. Вау. Ты посмотри. Да. Трындец. Ну это жестко. Слушай, мы почти 2 километра с тобой уже едем. Да, 2 километра. Уже больше, на третий пошли. Ладно, боремся до последнего. Сейчас какую-нибудь гадость мне сделают. Сейчас что-нибудь замудрят. Так, давай-давай-давай, поднимайся. Так, здесь немножечко приглушим свой пыл. Вон, горючее надо взять. Е. Когда вот так вот подпрыгиваешь, фиг знает, что там впереди. Аккуратненько, аккуратненько, я тебе говорю. Так, кто там? Рэнди Марш. Мы побили рекорд. Да тихо ты! Слушай, Дизель, ты хорош, успокойся. Да ну блин! Ты можешь тут проехать нормально, без, блин... Все, ребят, это трындец. Это как специально сделали. Да все. Но проехал я хорошо, очень хорошо, ребят. Ну и еще 5250 в копилочку. Ну, нормально, нормально. Так, лес. Умножение возьмем. Ну что, погнали. Пока я еду чуть-чуть быстрее, да? Да, не очень, конечно, отрываюсь далеко, но, тем не менее, еду быстрее. Опа, здесь он меня переплюнул. Точнее, я сам себя переплюнул здесь. Допустим. Так, первый сундук взят. Первый сундук мы с собой взяли. Так, тихо. Замечательно. Так, сюда. Блин, горючее не взял. Это не изгод. Смотри-ка, там сзади этот двойничок-то мой едет. Не отстает. Так, второй сундук взят. Блин, вот то, что горючее не поднимаю, это плохо. Кто там у нас? Джерика. Не знаю, кто такой Джерика. Но мы его переплюнули. Так, горючее возьми, пожалуйста. Окей. Так, дай-ка я монетки соберу. Где там рекорд? А, еще 1300 там с лишним ехать, ё-моё. То есть здесь у нас тоже, да, довольно неплохой результат. Получается, по гонкам, прикинь, я сам себя догоняю. Догнал, как так? Ладно. Может быть, еще даже и перегоним сами себя. Стоп. Е. Очень лихо мы здесь набрали скорость, поэтому все хорошо. Кто там? Алмаз какой-то. Так, остался километр, чтобы побить наш рекорд. Мы едем дальше.
А где же я там мог, интересно, врезаться? Или что меня там подкололо, что я не смог проехать дальше? А как там, видел, в воде? Вот так вот, просто из-за какой-то элементарщины. В воду упал, и все. И не смог встать, и не разбился, а просто бензин закончился, и все, ребят. И фейл. Также здесь могут пещеру воткнуть, например, сюда, и все. Так вот, нежданно-негаданно, да? Или вот такие вот резкие перепады. Ты летишь, вроде думаешь, сейчас выровняешься, а носом клюнул, и все. Вот он постоянно носом так и хочет, а? Навернуться. Так, 300 метров, и мы бьем рекорд. Наш, собственный. Когда-то проехавший, не знаю, когда. Деньги взяли. Горючее взяли. Где-то здесь, надо быть аккуратным. Потому что уже подъезжаем к тому самому месту. Сейчас, новый рекорд. Все, ребята. Новый рекорд нами установлен. И мы едем далее. Ты хорош так. Вытворяешь такие, дети. Оп, отлично. И еще один сундук в копилку. Замечательно. Вот так вот опасно, кстати, когда на заднее колесо, ты можешь резко кувыркнуться, и все, ребят. Ты что не едешь-то? Машинка хорошая. Слушай, я тебе скажу, что удвоение монет здесь особо не дает нам такого, знаешь, прибавления финансов. Есть, но не столько, сколько хотелось бы. И вот эти, когда монетки летят, когда мы их подбираем, блин, все рябит в глазах. Начинаешь, аж не знаешь, как бы, глазам больно. Так. Это что у нас получается? Мы уже почти 4 километра? Почти, ребят. 3674 в данный момент у нас накатано. Так, давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Замечательно. Так, перелетаем, да, это все. Так, точно. И следующий сундук. Так, вот здесь главное голову не врезаться. Вот летишь тоже, куда летишь, что там впереди? Непонятно, в никуда, в бездну. Такой офигенный подпрыжок. Так вот можно точно перевернуться. Так, ладно, не отвлекаемся, ребят. О, смотри, смотри, смотри. Прикинь, не поднимемся. Нет, должны подняться, есть. Слушай, уже 4,5 километра накатано. Эй, горючее не взяли, ребята, горючее не взяли. Ты знаешь, чем это грозит? Что сейчас бензин закончится, и все. Вот чем это грозит. По-моему, так и будет. Впереди его даже не видно. Вот он. Да куда ты, блин, перескочил? Все. Тупо сфейлились из-за горючего. Прикинь. Твою налево, а. Так, еще 5500 в плюс. Офигеть, рекордик у нас, конечно, нормальный. Неплохо мы с тобой тут рванули. Так, что у нас тут? Поздороваться, наверное, со всеми нужно, да? Как ты думаешь? Без пробелов, без всего, а? Рэй сейчас в игре. Так, Рэй, есть же тут гонки клана. Там, кто на пятый, повысай. Рэй был в игре, молодец, 50к апнул. 50к. Какие, я не могу понять. Гонки клана, там, кто пятый, первые места, повышай.
Я уже, друзья мои, повысил. И что в итоге получилось? Вы начали жаловаться, что кого-то там кикают, кого-то не кикают. Я специально сделал ребят, которые будут за этим следить. Вот, потому что я в игре могу не каждый раз быть, они находятся. Если они не будут в игре, соответственно, мы тоже поменяем, как бы снимем полномочия и поставим кому-то другому. Пока они в игре, так что все нормально, ребят. Ну что, в следующей серии я намереваюсь, наверное, взять 2000 монет. И, привет, так, ты видео снимаешь? Да, снимаю. Вот, и этот. И в следующей серии уже... Так, а вот это что у нас такое? Соревнования. Слушай, давай-ка глянем. Давай-ка глянем соревнования. Какая? Чё? Это специально так дали мне эту машину? Так это должно... Не, серьезно, так и должно быть? Или это я... Ой, а чё он так... Слушай, она хорошо так гоняет. Закончено. И я не пойму, это должно быть так или... Не понимаю. Честно говоря, сейчас я вот в данный момент не пойму. Объясни мне, как он... Ну как такое может быть, ребят? От чего это зависит? Куда меня скинули? На 3-4 место. Нормально? А-а-а, тут, наверное, я понял, в чем проблема, ребят. А как они вот этот прыжок сделают? А? Они ведь прыжок этот делают сами. Нажимают на кнопку прыжка. 51 секунда. Сейчас мы попробуем с тобой тоже. Но все едут... Да, все едут именно на такой машине. Видишь, что они делают? Они прыжок применяют перед тем высоким трамплином. Ну, не трамплином, а... Разрывом, так скажем. Так. Видишь, они что делают? И вот здесь они не едут, как мы с тобой, вниз, а просто берут и перепрыгивают. Это, по-моему, делается через амортизаторы, насколько я помню. Так, ну что, попрыгунчик 5. Последние секунды у нас. Даже, наверное, не доеду. Видишь, что делают? Все как один, на прыжках. Тот еще даже умудряется здесь каренделя выделывать. Так, понятно, у меня тут 64 место. Че, вообще что, ничего не получил? 2. В гараж. Зафиксирован. Не понял. А, подпрыгните в воздух. А как подпрыгнуть-то? Вопрос. Как подпрыгнуть? Что ты делаешь-то, дурень? Как подпрыгнуть? А как подпрыгнуть, ребят? Не могу понять. Какая кнопка отвечает за прыжок? Это что сейчас было? Не пойму. То она прыгает, то она не прыгает. Да как вы прыгаете-то, а? Объясните мне, пожалуйста, на милость. Как? Какая кнопка отвечает за прыжок? Два раза вперед? Нет. Два раза назад? Не знаю.
Друзья, вот так вот фейлимся из-за того, что без понятия, как делать прыжок. Наверх что-нибудь нажимать, да? Ну, быть такого не может. Так, ага, спасибо. О, можно мне видео. Литис. Так, привет. Привет всем, ребят. Привет. Так, ну что, ребят, буду закругляться тогда на этом, пожалуй. Следующие, как я и говорил, серии попробуем взять, а может быть даже и 3000. Посмотрим, как пойдет. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.